Пост становится обязательным для мусульманина в двух случаях. Первый случай – когда увидят новый месяц Рамадана. Когда мусульмане увидят новый месяц Рамадана, то для них становится обязательным соблюдение поста по единодушному мнению мусульман. Если мусульмане увидят новый месяц, двое из них или больше, и сообщат об этом всем мусульманам, становится обязательным соблюдать пост. Также, если новый месяц увидит один мусульманин, который является справедливым, и правитель или кадий примет его свидетельство, мусульманам становится обязательным поститься. Таким образом, наступление Рамадана устанавливается посредством видения нового месяца одним справедливым мусульманином. Если справедливый мусульманин увидит новый месяц Рамадана, то это означает, что Рамадан наступил и становится обязательным поститься. Второй случай. Когда пройдет 30 дней от начала месяца Шаабан, то на следующий день начинает поститься и считает его первым днем месяца Рамадана. В соответствии со словами пророка, алейхиссаляту вассалям, которые передали Ибн Умар, Абу Хурейра, Ибн Аббас и Имран, «Поститесь, когда увидите его», то есть новый месяц, «и прекращайте поститься, когда увидите его. А если он будет скрыт от вас, то отсчитайте от начала Шаабана 30 дней». Этот хадис приводится в обоих сахихах от Абу Хурейра и Ибн Умара, да будет довольными всеми Всевышний Аллах. Также он приводится в Сунане от Ибн Аббаса,